Здравствуйте, меня зовут Тимофей Данишевский. Вы на канале «Мистическая корпорация». Сегодня я посещаю дом, в который меня пригласили. Этот дом достался, его купили как дачу, не очень дорого. Меня вызвали из-за того, что здесь, в этом доме, происходят паранормальные явления. А именно, знаете, как раньше было, дома колдунов и ведьм всегда стояли на отшибе. В конце деревни, в конце улицы, рядом, ближе к природе, к лесу, как и этот дом. Я приехал, вы сейчас можете наблюдать кадры этого дома. Это запись, которую я делаю уже после съема, и что я могу сказать о данном доме. Данный дом поразил меня своей активностью. Это, пожалуй, одно из самых страшных видео на моем канале, друзья. Поэтому советую досмотреть до конца, чтобы понять всю сущность происходящего, которое там творилось. Я до сих пор не могу отойти от того, что там происходило. И, возможно, скорее всего, мне нужно будет вернуться в этот дом, чтобы закончить это расследование. Приятного просмотра. Жители этого дома утверждают, что видели здесь странные тени, которые проходили на кухне. И лежа на этой кровати, человек, который связался со мной, рассказывал, что в этом проеме он видел тень призрака. Я отметил это место скотчем, пометил его. Мы теперь примерно понимаем с вами, где он стоял. В этом месте видели призрака? Вот именно на этом месте, которым указал мне хозяин этого дома. Я его помечу. Он мне показал это место. Также камера у нас располагается на кухне. Камера располагается в этой комнате, в которой нахожусь я. Боятся находиться в этом доме. Они по ночам слышали какой-то странный шепот, который появлялся в доме, потом резко исчезал внезапно. На кухне, в этой комнате, абсолютно везде. Когда прогуливались по дому, не понимая, что происходит в доме, они слышали странный шепот. Соседи, которые живут чуть дальше, где-то примерно в метрах 300-400, они говорят, что иногда, проходя мимо этого дома, отсюда слышны какие-то визги, крики, звуки странные из этого дома. Также человек, который здесь ночевал пару ночей, говорил, что чувствовал к руке чье-то прикосновение, его кто-то касался. Бывало такое, что, заходя в дом, были открыты шкафы, и вещи были разбросаны по всему дому. Также ночами были слышны чьи-то шаги, как будто бы в коридоре. То есть все показывает на то, что это место действительно пропитано какой-то тайной. Историю дома они мне не рассказали, они не в курсе, что здесь до этого, кто здесь жил, что здесь происходило. И никто не знает. Пытался у него попросить, чтобы он узнал у соседей, которые живут дальше, но никто ничего не знает. Сегодня мы пытаемся с вами узнать, что же здесь обитает и выйдет ли оно, покажет ли себя. Расставляю камеру и приступаем. Пишет. Так, также я установил здесь, возможно, получится выйти на связь с помощью сигналов, которые он сможет нам подавать. Я навязал здесь нитку и повесил вот такие, как бы, звоночки арабатские. Это будет у нас тоже, как бы, вдруг получится. Так, друзья, сейчас, я думаю, сейчас я сразу же приступлю к свистку по всему дому. Пройдусь и в этой комнате, на кухне, тянуть не будем. Сразу будем стараться выйти на контакт с этой сущностью.
Приступаем. Черт. Сработало, ребят. Сработало. Он здесь. Так, еще здесь сейчас проведем тоже свисток. Я в темноте. Ты здесь? Собаки соседние залаяли. Ребят, сейчас практически сразу уже он начал себя проявлять. Для этого я сейчас сразу же включаю рацию на всякий случай, пусть она остается здесь, на столе. Так, электромагнитник у меня разбит, но мы сейчас подойдем и попробуем его установить в той комнате, где была активность. Сейчас попробуем. Если что, вот эта лампочка заморгает.
понятно, здесь есть у нас. Устанавливаю здесь. Пусть стоит. Включить. Если что, он сработает в этой комнате. Так, друзья, сейчас я попытаюсь, как и раньше я делал, записать на диктофон. Он уже себя проявил, то, что находится в этом доме, колокольчиками. Если ты здесь, можешь еще раз подать знак? Пока что тишина. Свисток сработал. Рация включена. Если что, камера здесь есть. Так, попробую. Насчет диктофона. Я не буду его включать здесь, но вы послушайте, что получилось. Я сомневаюсь, я ли буду прослушивать. Здесь определенно сильная активность. Но я все же попробую. Кто ты? Скажи, если ты здесь, назови свое имя. Ты желаешь зла этим людям? Что-то есть, друзья. Так, одну запись на диктофон я сделал. Сейчас это. Становится жарковато. Так, у нас какой-то звук там. Откуда звук был? Странно, а что это звук? Откуда? Все вроде на своих местах. Ничего не происходит. Ты здесь? Заело. Так, там что-то мешает. Я сейчас попробую посмотреть, может быть, что-то застрял. Thank you.
сейчас что-то за руку. Кто здесь? Сажа. Подай знак, если ты здесь. Я же ссыкую выходить. Что это такое? Я так понимаю, он на чужие предметы реагирует в этом доме. И на свои тоже, но на чужие больше. Я не желаю тебе зла. Ты желаешь мне зла? Ты жил в этом доме раньше? Ты мужчина? Женщина? Ты занималась колдовством? Почему ты не покинешь это место? Тебя что-то здесь держит? Это из-за магии, которую ты использовала? Которую ты использовала. В этом доме есть кто-то еще? Твою мать. Этот кто-то
Он схватил меня за руку. Твою мать, я тут не один. И то есть она здесь не одна. Ты еще здесь? Или тот, кто... Если ты здесь, зло, покажись. Сделай что-нибудь. Охренеть. Камера на что-то фокусируется. Охренеть. Чё? Твою мать. Шепот. Шепот, твою мать. Вот это сейчас стрёмно.
Твою мать! Святая вода закончилась. Так, возьму фонарик. Так, возьму фонарик с собой на всякий случай. Рация все еще молчит. Так. Ребят, здесь происходит лютейшая жесть. Мне уже, честно сказать, страшно. И я сейчас прочитаю один ритуал, который замедлит на время эту сущность. И мне придется сюда в любом случае возвращаться, потому что остановить это я не в силах. Мне нужно зайти в темноту. Так, фонарик я сразу укладываю в карман к себе. И в темноте со свечой мне нужно будет кое-что прочитать. Сейчас начнем. Но при этом нужно установить одну свечу там, где был призрак. Как так-то? Говорит Москва. Московское время 8 часов. Замолчал. Что за звуки? Слышите? Я буду читать ритуал. Поменяю свечами. Секунду. Неудобно. Фокус. Так. Буст.
Надо срочно собираться отсюда. Не сработало. Не сработало. Что там стукнуло так? Что там так стукнуло? Камера садится. Твою мать! Твою мать! Охренеть!